Привет, Сиджей. Привет, Сэт. После последней доставки все доставщики испугались и уволились. Бизнес Хулиана под угрозой, но отступать он не собирается. Ты ведь поможешь? Помогу, конечно. Если ему будет чем платить. Сегодня надо отвезти две тачки. Одну возьму я, другую ты. Всем привет, с вами Александр Полянцев, и это прохождение 27-й миссии GTA Alien City. Поначалу все кажется достаточно простым. Взять автомобиль и отвезти клиенту. Там уже совершить сделку, получить деньги, и в общем все вроде как будет отлично. Но, конечно, все не так просто, и предлагаю вам заранее запастись броней и автоматом. Эй, вам подарок от моего босса. Сразу прятайтесь за ограждение. Но не вот это. А вот это. Сэп, сделка сорвана. Клиента убили. У меня тоже. Я еле ноги унес. Ладно, как освободишься, приезжай в автосалон. С вами был Александр Полянцев. До встречи в следующей миссии.